Примерно в половине седьмого вечера 16 июня произошло ДТП, в результате которого пострадали мексиканские болельщики. Водитель такси, выехав на тротуар, наехал на пешеходов. За медицинской помощью обратились 8 человек. Состояние их удовлетворительное, некоторые из них уже выписаны домой. К счастью, погибших нет. Водитель не справился с управлением. После он сбежал с места происшествия, что усугубило ситуацию. Однако тут же был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался 28-летний кыргызстанец Чингиз Анарбекулу. Мне данные все проверяли, все хорошо. Никогда в России Федерации я никогда не нарушил. У меня все порядки были, как мы на работу тоже, все меня уважали, все. Давайте, смотрите, вы за рулем в Москве ездите? Месяца. Месяц. Да. До момента, как сегодня все произошло, сколько вы были за рулем? 20 часов. А перед этим сколько спали? Ну, я в Шереметьево пошел, точно время не смотрел, где-то 6 до 8 или до 9 спал, да? То есть 2-3 часа поспали, а потом опять 20 с лишним часов за рулем. По данным Московского департамента здравоохранения, среди пострадавших одна женщина находится в состоянии средней тяжести. Состояние остальных оценивается как удовлетворительное. Отдельные издания писали, что Чингиз Анарбекулу был в алкогольном опьянении, однако по официальным данным госавтоинспекции спирт в крови обвиняемого не найден. Водитель такси, сбивший в субботу нескольких человек в центре Москвы, был трезв. ДТП произошло из-за того, что он заснул за рулем, сообщил Интерфаксу в субботу источник. Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя такси алкоголь отсутствовал, сказал собеседник агентства. Посольство Кыргызстана в Москве сообщило, что инцидент находится у них на контроле. Задержанный дает показания в Тверском отделении полиции города Москвы. Сразу при задержании водитель сообщил, что у него не было намерения наезда на людей. В какой-то момент он потерял контроль над автомобилем. Не исключали и факт терроризма. Однако представительство МВД Кыргызстана в России сообщило, что в доме Чингиза Анарбекулу не были найдены материалы экстремистского характера. Со стороны посольства делается все возможное, оказывается юридическая помощь. По поводу пострадавших все получили медпомощь. Двое в больнице. В скором времени узнаем их адрес, после собираемся навестить. Обвиняемый начал работать таксистом лишь месяц назад. До этого он работал вместе с родственниками в одном из кафе. Занимается спортом, бои без правил, многократно участвовал на различных соревнованиях, рассказывают односельчане. Чингиз Шарга ушел. В город Чингиз переехал в раннем возрасте. Он очень простой, ни разу не видел и не слышал о нем плохое. Очень отзывчивый, всегда активно участвовал на международных соревнованиях. Все наше село гордились им. Он всегда воспитывал уличных детей, прививал любовь к спорту. Не только односельчане положительного мнения о Чингизе, коллеги, работающие вместе с ним. В одной службе такси не смогли вспомнить ничего отрицательного. Сегодня соотечественники Чингиза в России и в Кыргызстане начали акцию по сбору средств. Вот товарищ лейтенант вообще необоснованно остановил и отправляет в суд. Вот. Беспредел. Также кыргызстанцы, работающие в России, жалуются на сотрудников ГАИ. По их словам, они штрафуют незаконно и без причины организовывают проверки. Также, по словам мигрантов, они не раз обращались по этому поводу в посольство Кыргызской республики. Однако пресс-секретарь посольства, а также отдельные водители такси опровергают эти доводы. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев пригласил на отдых и реабилитацию пострадавших в ДТП в Москве граждан. По официальным данным, премьер поручил министру внутренних дел Кашгару Джунушалиеву, который в ближайшие дни посетит Россию, навестить пострадавших. Также вчера, 17 июня, мать Чингиза Анарбекулу выехала в Россию. Следуя законам Российской Федерации, дело обвиняемого должно рассмотреться в течение 48 часов. Бегимай Джанабекова, Исламбек Майрамбеков, Нью-ТВ.